Вы смотрите отзыв об отеле «Густаве», старое название «Арли Тур Эйфел». Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Чсол, который был в нем в 2012 году. Добрый день, дорогие форумчане, считаю своим долгом рассказать об этом отеле, может кому-то этот отзыв поможет при выборе отеля. Итак, отель находится на салатовой ветке метро, станция Доплейкс, до Эйфелевой башни примерно 10 минут пешком. Очень удобно, до других достопримечательностей все же лучше добираться не пешком. Район очень приличный, спокойный, да, были бомжи около метро, но и поприличные, спали на белых матрацах. Рядом много кафе, магазинчиков, выходные, рыночек выходного дня. О самом отеле небольшой, 6 этажей, на каждом этаже 4 номера, есть лифт на 2 человека и 2 чемодана. Завтраки не брали, 8 евро с человека, но ходили в брассери напротив, покупали там супер-мега вкусные круассаны. Номер убирали каждый день, очень чисто и уютно, хорошее постельное белье. В ванной каждый день меняли полотенца. В номере был сейф, холодильничек и плоский телек, без русских каналов. Мебели немного, но на неделю нормально, масенький шкафчик, столик, табуретка и 2 прикроватных тумбочки. Все Вимеру новое и приличное, без претензий. На ресепшене вполне адекватный персонал, менялись 2 мужчины и дамочка. Вот дамочка не супер приветливая, но ничего, терпимо. Номер с видом на башню не дали, сказали, что дороже. Мы бронировали через Booking. Показали распечатанный Booking и в первый день с карточки сняли всю оплату, кажется, евро на 10 больше, не знаю почему. Нам что-то пояснили, но мой френч не так хорош. Рекомендую этот отель. Соотношение цена и качество очень хорошее. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.